Начало нового учебного года. Кто-то в этот праздничный день в очередной раз переступает порог школы, чтобы вновь приступить к занятиям. А кто-то впервые знакомится с ровесниками в детском саду. У дошколят Ленинского района особый праздник. В День знаний у нас открыли сразу два новых образовательных учреждения. Детский сад «Семицветик» на 140 мест в городе Видное и детский сад «Калейдоскоп» на 225 мест в поселке Дрожжино. Наша съемочная группа побывала на их открытии. Сентябрьское утро, счастливые лица ребятишек, их родителей и воспитателей. И тому есть прекрасный повод. Строительство нового дошкольного учреждения в микрорайоне Завидное завершено. И сегодня, 1 сентября, детский сад «Семицветик» начинает свою работу. На торжественном открытии детского сада номер 12 собрались многочисленные гости. В их числе глава Ленинского района Сергей Кошман, начальник управления образования Дмитрий Волков, заместители главы, представители строительных организаций, ну и, конечно, педагоги, дети и их родители. Это очень здорово, потому что детей в Ленинском районе достаточно много, и открытие нового сада способствует размещению детей в сады и большему свободному времени для родителей. Ребятишки хорошо подготовились к празднику и порадовали всех танцами, стихами, а также своим задором и радостью. После поздравительных речей участников мероприятия состоялась церемония перерезания символической ленточки. 3, 4! И вот самый важный этап праздника – экскурсия по детскому саду «Семицветик». Всем на свете! Всем! 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 Для решения родительских проблем открыт веселый детский сад! Его представить вам я рад! Гости увидели 7 прекрасно оснащенных групп – пищеблок, спортивный зал, а в музыкальном зале малыши показали танцевальный номер. Затем ребятам вручили подарки. Мы все рады, счастливы. У меня будут ходить в этот садик двое детей, поэтому мы все безумно рады. Все очень красиво, здорово. Я очень часто пойду в мой детский сад. Каждая дверь «Семицветика» ведет в сказку, какую именно и предстоит выяснить дошколятам. В этот день еще один детский сад с красивым названием «Калейдоскоп» распахнул свои двери для маленьких воспитанников. Самые юные жители микрорайона Бутово-Парк-2 теперь имеют возможность посещать современное, уютное и безопасное учреждение. Строителям скажем большое спасибо за сад современный и очень красивый. Лисичка, мишка, зайка, собачка, даже пират и клоун. Вот такие интересные костюмы выбрали детишки для праздника. Веселый хоровод, игра в ладушки, песни и танцы. Первый день в садике оставит самые добрые воспоминания. Глава Ленинского района Сергей Кошман, присутствующий на мероприятии, выразил благодарность всем, кто принимал участие в строительстве детского сада, в первую очередь компании «Мортон». Затем заведующий «Калейдоскопа» вручили символический ключ от учреждения. У меня в руках волшебный ключ. Ключ, который откроет дверь в мир чудес, ярких красок и разноцветных событий. Для того, чтобы наполнить жизнь наших детей – незабываемыми впечатлениями. Гостей пригласили осмотреть новое помещение. Сразу стало заметно, что детский сад имеет прекрасную материально-техническую базу. Здесь 12 оснащенных групп – музыкальные и спортивные залы. Группы уже укомплектованы, а педагоги и воспитатели спешат приступить к любимой работе. Несомненно, они создадут в детском учреждении атмосферу доброты и участия. Сделают все для того, чтобы дети чувствовали себя здесь как дома. Приятно отметить, что количество дошкольных учреждений в нашем районе растет быстрыми темпами. Это значит, что через некоторое время очередь за путевкой в садик значительно сократится. 2 детских сада 1 сентября открыли свои двери. Это замечательно. Мы через месяц откроем 3-й детский сад в городе Видном. А в планах наших последующих это открытие 6 детских садов в 2015 году и 2 общеобразовательных школ.
Затем делегация Ленинского района направилась в Видновскую школу номер 7. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, по традиции открыла праздничное мероприятие. Мы приготовились к тому, что учебный год в 7-й школе начался обновленный, отремонтированный. Конечно, хотелось бы, чтобы ребята, которые идут в первый класс, традиции 7-й школы, хорошей школы, добротной, надежной в качественном своем образовании, обязательно бы и поддержали. Начальник управления образования Ленинского района Дмитрий Волков поздравил учащихся с началом учебного года. Я хочу от всей души поздравить в этот замечательный, волнующий, но памятный день наших первоклассников. Это тот замечательный жизненный момент, который нас всегда связывает с тем событием, с которым мы будем всегда в памяти по жизни. Есть те, кто в дальнейшем пойдет во взрослую жизнь. Я хочу вам пожелать успехов именно и в профессиональной жизни. Отдельно хочу спасибо сказать нашим ветеранам педагогического труда. Нарядные, с разноцветными букетами, в предвкушении новых знаний и общения учащиеся. Наконец-то школьная пора. Мне нравится. Не знаю, мне нравится учиться. Вот. А любимый есть предмет у тебя? Да, математика. Потому что там аппетитно кормят, и еще и ну там еще всякие уроки надо задавать. Очень это хорошо, очень для ума полезно, всякие стихи большие будут нам задавать потом. Радостное и взволнованное настроение у родителей, которые провожают детей в школу, у педагогов, открывающих новую страницу своей профессиональной деятельности, у школьников, которые успели за лето соскучиться по одноклассникам и учителям. Я соскучилась по школе. Почему? Потому что у меня самая лучшая учительница в классе и самые лучшие друзья. А учительница как зовут? Елена Сергеевна. Несомненно, впереди у ребят новые достижения и победы. Самые маленькие первоклашки, как никто, спешат делать первые шаги к успехам. Ранец, прописи, тетрадки, все давным-давно в порядке. Я сегодня первый раз отправляюсь в первый класс. Ученики постарше тоже хотят вернуться в школу, но не только из-за учебы. Я очень рада, что я увидела своих одноклассников. А учиться хочется? Нет. Здесь весело. Летом бывают моменты, когда нечего, нечем заняться, а здесь всегда есть. Прозвенел звонок. Пора в школу. Учебный год вступил в свои права. Теперь юным мальчишкам и девчонкам предстоит добросовестно учиться и чтить свою школу, приумножать ее победы в соревнованиях и конкурсах не только муниципального, регионального, но и международного уровней. В добрый путь, дорогие ребята! Лариса Вольнова и я, Дамия, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.